Всем привет с улицы. Сегодня репортаж с улицы. Я вам тут лазю. Как говорится, техосмотр вокруг здания. У нас сегодня 27 декабря. Вон наши эти площадя. Вот. Ну, хочу сказать, что многие уже не работают. Хочу еще вам показать, тут у нас это прям, ну, не то, что, как это, дом. У нас тут вон шале, или как это? Ну, летняя дача, или как это? Ага, там все, тут велик имеется, мусорка. Ага. Там вечеринка какая-то. Ой, там сколько фольгушек, видно? Тут, да. Тут и даже мопед имеется. Угу. I show for my follower. Just make video. Им всем похер. Ну, короче, вот откуда все эти фольгушечки. Фольгушечки берутся. Ну, видели, да, там? Еще электричество подключено, торговля идет. Ну, тут на машине они приезжают, торгуют наркотой. Вот где вот этот рассадник. Рассадник наркомании. Тут бар обычный. Короче, никуда от них не денешься. Их выгоняют, а они это заново приходят в дурдом. Как говорится, 24 удовольствия. Кто-то спортом занимается, кто-то дрянью занимается. Ну, очень многие, да, конечно, не работают. После Крисмаса все взяли выходные. Ну, а некоторые лошары типа меня работают. Все ждали этот Крисмас, ждали, ну и что? И ничего. Плюс еще дожди были, погода мерзкая, дождь в декабре, это просто жесть какая-то. Поэтому как-то все мрачненько прошло. Это я убираю после этих наркоманов. Сейчас холодно, они у нас тут прячутся под батареями, под вот этими дуйками. Я не знаю, как они попадают, скорее всего, через гаражную дверь. Короче, они, мне охранник объяснил, они берут этот, какой-то такой наркотик есть, в алюминиевой хернюшке его покупают, потому что вот эти алюминяшки, вон, видите, везде. Они, короче, эту алюминяшку эту поджигают с этой наркотой. А, зажигалочка, главный атрибут, и вот эта трубочка. Через вот эту трубочку они нюхают вот эту херню и балдеют. Поэтому вот, где видите вот эти алюминяшки, зажигалочки, трубочки, вот все 100% наркоманы балдели. Ничего нельзя трогать руками. Ужас какой-то. Ну, у них мозг отмирает, да, он. Они как эти, как зомбаки лазят. Короче. Ну, иногда буйные бывают. В основном сваливают, но бывают и буйные. Ну, страшно с ними дело иметь. Поэтому нужно аккуратно. Так, сегодня на работе нет у нас Габриэлы Ивановны, поэтому я надеюсь, я делаю все правильно. Нам нужно заварить кофея нашим подопечным. И это, вот тут булки привезли всякие разные. Ну, я тут накрыла стол. Hi! Вот тут... Yes, take it! Little bit late today. Yes. Короче... Yeah, you too, have a good day. Короче, я вот так вот все расклала. Булки у нас тут каждую среду для резидентов. Короче, все вот витамины, батончики, булочки, кексики. Сейчас наварим им кофе. А, сливки надо принести. Сливки и салфетки.
Сейчас все оформим. Так, ну я вроде бы разобралась уже. Как, кстати, кофе хороший, вот этот Карибу. Я уже одну эту бадью заварила. Сейчас мы заварим вторую. Я разобралась, как с этим делать. Я первый раз такими технологиями пользуюсь. Короче, вот эту мы ставим сюда. Ага, фильтр. Вот сюда мы фильтр вставляем. Насыпаем кофея. Так. Дальше. Подставляем вот эту бадью сюда. И чтобы было вкусной, надо половинку нажимать. Если полный, то будет просто коричневая вода. О, и пошел процесс. Так, делаю фотоотчет для Габриэлы Ивановны. Все, вот у нас стол накрыт. Куча кримеров, вон тебе какао, салфетки, сахар, пончики, булки, такие, не такие, вот такие, и фрукты у нас, батончики, эти декорации. Да, там бомж наш любимый, сейчас покажем, который моду нам это демонстрирует. Сейчас я его подсниму. Она вчера мне позвонила, она больная? О, сидит. Надо ему пиво это отдать, да, наше просроченное. Ага. Что он пригорюнился. Короче, решила поснимать вам, куда бомжи, блядь, переселились. Вот они тут торгуют наркотой. Вот это вот весь срач этот устроили. Палатки опять разбивают. Вот где они живут, вот везде срач. Видите вот эту забор? Это уже так отгородили, чтобы они уже там не жили. Так они вон, пожалуйста, под забором этим, короче, поселились. Гадюшник устроили уже под забором в центре города. Жесть, да? Воровство, наркомания и прочий бедлам. Ага. Ужас. Вот так вот живем.